а снег идет, и все вокруг заметет. Вот такой у нас сегодня снег. Все почему-то думают, что вот этот голос принадлежит мне, но нет, это не мой голос, это поет мама. Всем-всем добрый день, меня зовут Елена Прохладная, и вы на канале «Англия моими глазами». Сегодня 28 января, но видео записываю я на день раньше, чтобы 28 января его запустить в проект. Потому что 28 января его будет смотреть та, кому это видео посвящено. Вы, наверное, уже догадались, что речь сегодня пойдет о моей любимой подружке, хотя она, конечно, не со мной в этот день, или я не с ней, потому что у нас локдаун, и еще неизвестно, когда он закончится. Но, тем не менее, хорошо, что есть интернет, у нас есть связь друг с другом, мы все время звоним друг другу. Конечно, вы догадались, кто это такая моя любимая подружка. Она также заменяет мне мою старшую или, наоборот, младшую сестру, потому что уже время такое. Я называю ее Альгушей, я называю ее своей любимой мамочкой и своим любимым ребенком. Потому что 28 января, 74 года назад, в маленьком селе, даже не помню, как это называется, Ургутский район и какое-то там маленькое село, родилась моя мамочка. И я, знаете, я очень рада и очень счастлива, что я выбрала в маму именно ее. Именно ее, потому что, ну, я, например, конечно, понятно, что она моя мама, и я сейчас буду говорить такие возвышенные и красивые слова в ее адрес. Но на самом деле я в своей жизни еще не встречала вот такого человека, такой женщины, подобной ей, которая, вы знаете, вот как солнышко, да, вот входит она и своей улыбкой, своим вообще появлением освещает просто все вокруг. Люди, конечно, поворачиваются и сразу, вот как-то сразу попадают под ее энергетику. Часто меня спрашиваете, были ли мы все время вот так близки, как сейчас? Было ли это так же, когда я жила в Ульяновске? Еще вы меня спрашиваете, была ли мама все время такой же вот легкой, непринужденной, такой же хохотушкой, веселушкой? На эти оба вопроса я отвечу «да». Ну, конечно, когда мы жили еще в России, в Ульяновске, когда я еще была маленькая, понятно, что отношения мамы и дочки были немножко другие, да, потому что я тогда росла, меня воспитывали, вернее, даже не воспитывали, а, наверное, скорее всего, показывали своим примером, как нужно жить и как нужно поступать. И вы знаете, я помню, мне было 4 года, и мама научила меня читать. Ну, то есть она показала мне буквы, показала, как складывать вот эти буквы в слова, и я сидела и читала. Конечно, они с папой были заняты. Они приехали в Ульяновск, вы знаете, зарабатывали они на квартиру. Потом они ее получили, работали в 3 смены. Отдали меня в круглосуточный детский сад. Но все это было, когда я была, конечно, маленькая. Потом мама научила меня читать. Затем я пошла в садик, затем пошла в школу. Вот учась в школе, я, в принципе, была самостоятельным ребенком, как и все мои другие подружки. Потому что, мне кажется, тогда было такое время. То есть родители работали в 3 смены, в 2 смены, а дети были предоставлены самим себе. И, в принципе, как я уже сказала, моим воспитанием никто особо не занимался. Даже домашние задания никто не проверял. И вы знаете, я помню, такой еще был случай, когда я уже была в начальной школе, наверное, мне было, может быть, лет 8-9, а может быть, даже и 10. Я и 2 мои подружки, мы сломали пианино в актовом зале. Но я уже об этом рассказывала, но вот хочу сейчас просто еще напомнить такую деталь. Мы сломали пианино, нас, конечно, вызвали к директору наших родителей. И для того, чтобы починить пианино, каждый должен был заплатить определенную сумму. И эта сумма по тем временам была где-то примерно 120-130 рублей. Ну, большие деньги, да, 70-е годы. Тогда, мне кажется, папа получал всего, наверное, 90 рублей. Ну или 100 рублей. Когда родители вызвали к директору, я тогда думаю, ну все, сейчас придут они, и, значит, мне будет хана. И вы знаете, никто меня не отругал, никто на меня голос не повысил, ничего. Просто родители отдали деньги, и, наверное, они сказали что-то типа «надеемся, что такого больше не повторится». Все.
На этом все. Я этот урок запомнила, вы знаете, просто на всю жизнь. Я, конечно, понимала, что их оштрафовали, что они должны заплатить, возможно, там какие-то последние, может быть, даже деньги, да, вот, которые пошли на починку этого пианино, и все это случилось из-за меня. Также помню, где-то, наверное, 12-13 лет мне было. Мама, тогда она преподавала в техникуме, была преподавателем, и еще она была, по-моему, завучем, завучем по воспитательной работе. И она организовала тогда поездку студентов на море, на Черное море, в поселок Лазаревское. И она собрала тогда, организовала огромную такую группу, да, по-моему, наверное, человек 100-120 студентов. Ну, она была, конечно, во главе, плюс там 2 или 3, может быть, 4 были еще женщины, ну, как бы учителя были в помощь. И вот эта вот огромная толпа студентов, она повезла, значит, их всех на море, да, на 3 месяца. То есть мама, она, знаете, она вот всегда была, во-первых, она была, ну и сейчас, конечно, остается, как вы знаете, большой модницей. Модницей, и, конечно, она сразу привлекала к себе внимание, потому что она блондинка, у нее такая экзотическая внешность, да, потому что в то время в России таких женщин было, ну, достаточно мало, я так думаю. Поэтому она, конечно, своей внешностью, во-первых, привлекала внимание, а потом, конечно, своим характером, да, вот этой своей неуемной такой энергией, которая бьет в ней до сих пор ключом, ей нужно что-то делать, ей нужно куда-то нестись, с кем-то договариваться, что-то организовывать. То есть вот эти свои качества организационные, которые были у нее тогда там в Ульяновске, она их, конечно, привезла и в Англию. И здесь, вы знаете, она тоже организовала и чаепитие в саду с английскими леди, организовала близких своих подруг, и Калу, и Викторию, и соседей, значит, чтобы проводили вот эти вишники каждый месяц. Ну, сейчас, конечно, уже нет. То есть она вот такая она всегда, всегда по жизни, она такая вот увлеченная чем-то, да, то есть она не стоит на одном месте, она идет, идет и идет вперед. И я думаю, что вот именно вот эти вот черты ее характера, да, вот эта вот легкость, во-первых, легкость характера, затем неуемная жажда жизни, она просто, ну, живет, да, полной грудью вдыхает вот эту вот жизнь, отворяет окна и вот впускает жизнь в себя. Помню еще, когда тоже, вот, наверное, ну, 13-14 лет, вот эти вот годы, мои годы, мы вязали, значит, ну, вы знаете, что мама и сейчас вяжет, но и тогда мы тоже вот начинали вязать. И у нас были такие, знаете, нитки, вот, значит, бобины, вот такие большие, огромные бобины. Их было очень много. Я не знаю, откуда они были, кто их привозил, но у нас было их очень много. И вот у нас была, знаете, такая вязальная фабрика дома. Папа брал вот эти бобины, значит, сматывал в клубки, а потом мы с мамой сидели и вязали. И она вязала очень много. Она вязала и платья, и костюмы, и юбки. Ну вот, кстати, шапки и носки нет. А вот все остальное, да, она вязала. И еще я, знаете, помню, откуда тоже, не знаю, появился у нас отрез. Ну, отрез ткань, да. В магазинах, как вы знаете, ничего не было. Негде было приобрести что-то такое. Поэтому вот этот отрез ткани, это была велюровая такая красивая розовая ткань, и она повела меня к портнихе, и мы сшили мне мой первый костюм. Мне, наверное, было лет, наверное, 14. Ярко-розовая такая ткань, и мы сшили мне пиджак и юбку. Ну, по тем временам, конечно, было шикарно. Еще на ум приходит такой эпизод, когда я встречалась с моим первым мужем, с Женей. Это было 8 марта, и я почему помню, потому что он как раз приехал вот поздравить меня и маму с праздником. Ну, мы не знали о том, что он приедет. Мы сидели дома. Он просто знал, что я буду дома. У нас тогда по тем временам был такой кассетный магнитофон, назывался он Sharp. И играл у нас Розенбаум. И мама стояла, гладила. Я не знаю, чем я занималась, но мама стояла, гладила. И вот как раз приходит Женя. Он заходит в квартиру, да, и, значит, у него глаза, вот так вот я вижу, у него открываются. То есть он видит маму, которая стоит, наглаживает белье, тут у нее крутится Розенбаум, она вместе с ним поет, и, короче, он обомлел, потому что, ну, он, конечно, не ожидал увидеть, что у меня вот такая вот мама молодая, ну, в то время мне было сколько, 18 лет, маме, значит, было 38. И тогда после этого он, я знаю, что он часто даже при мне говорил своим друзьям, вы знаете, говорит, захожу в квартиру,
А он, значит, у Ленки, мама стоит, значит, и наглаживает белье под Розенбаума. Такая, говорит, красотка. Мы тогда, друзья, сказали, вот посмотри на свою будущую тещу, как она выглядит, и твоя, значит, жена будущая тоже будет выглядеть точно так же в ее возрасте. Вот уж даже не знаю, может быть, он поэтому на мне женился. Еще, знаете, такой эпизод, когда я уже вышла замуж и родила своего первого ребенка. Мне было 19 лет. И я была в роддоме, и мама с папой, как только меня увезли в роддом, они, значит, приехали. И тогда у нас не было телефона, а телефон был у свекровиной подруги, тети Тамары. Она жила напротив. И вот они всей толпой помчались к тете Тамаре, значит, звонить в роддом и узнавать, родила я или нет. И когда они услышали, да, родила, мальчик, такой-то вес, такой-то рост, но тогда, вы знаете, тогда же не было у нас никаких УЗИ, ничего, то есть мы не знали, кто родится, мальчик или девочка. И когда услышали слово «мальчик», мама была в таком восторге, что она босиком бросилась по лестнице, выбежала на мороз, вот в чем она была, даже без тапочек она просто выбежала на мороз, это был февраль месяц как раз, потому что мои дети тоже рождены зимой, в феврале. Она выбежала и стала кричать: «Мальчик, внук, у меня родился внук!» Такой еще момент, это тоже было в феврале этого же года. То есть буквально после того, как я вышла из роддома, уже была у себя дома, с Лёшкой уже, и мама торопилась ко мне в гости. И она, ну, как раз в феврале месяц, я уже сказала, да, было очень скользко, она так торопилась, так бежала, что на такси, она хотела взять такси, что она упала, сломала ногу, и вместо того, чтобы приехать ко мне, она поехала в больницу. Но сначала она поехала, попросила таксиста отвезти ее к папе, вот, и тогда уже папа вместе с ней поехал в больницу. То есть вот такая вот у нас была история. Ну, конечно, много чего было, и я не смогу все эпизоды нашей жизни рассказать здесь. Просто хочу еще добавить, ну, вы, конечно, знаете, что мама вышла на пенсию, переехала в Москву, затем вышла замуж, но перед тем, как выйти замуж, она была на свадьбе у своего внука, у моего сына, и там она поймала букет невесты. А через год она вышла замуж за Кена. Ну, не знаю, совпадение это или нет, но, в общем-то, видите, вот так вот получилось. И буквально еще через год у нас родилась внучка, моя внучка, мамина правнучка. И тоже она родилась 28 января, поэтому у мамы, в общем-то, двойной праздник. День рождения, ее день рождения и день рождения ее первой правнучки, правнучки Вероники. Поэтому я, конечно, поздравляю. Ну, у Ники все еще впереди, у мамы, кстати, тоже. Поэтому я поздравляю своих любимых девочек вот с таким вот их праздником, двойным праздником. Мамочка моя дорогая и любимая, хочу сказать тебе огромное спасибо за все, за все, за все, что ты для меня делала, делаешь и, конечно, будешь делать, я знаю. Ну и я, естественно, тоже для тебя. Оставайся всегда такой же легкой, такой же воздушной, такой же неугомонной, с легкой такой сумасшедшенкой в голове и во взгляде. Приковывай к себе внимание всех и вся. Люби и будь любима, будь счастлива, будь здорова. Я тебя очень-очень люблю.